Старом Осколе на дискотеки ходит не только молодежь. Каждую субботу в Центр культуры молодежной приходит около сотни взрослых староскольцев, чтобы отвлечься от домашних хлопот, потанцевать, спеть любимые песни юности и пообщаться друг с другом. Заглянула на элегантную дискотеку наш корреспондент Анастасия Проурзина. За окном мороз, а в зале молодежного в субботу, как всегда, жарко. Это староскольские пенсионеры, нарядные и заряженные позитивом, пришли на элегантную дискотеку. Они нисколько не устают 3 часа отплясывать под любимые песни. Здесь звучит и Комарова Игоря Скляра, и букет из белых роз Ирины Круг и Виктора Королева. Поют и сами гости. В перерывах староскольцы играют в музыкальные игры, отгадывают хиты прошлых лет. Субботние танцы полюбились подругам Ирине Сниткиной и Вере Афанасьевой более 8 лет назад. Их объединило творчество. Обе поют. Здесь они нашли друзей, с которыми теперь разделяют значимые моменты жизни. Если прийти не получается, расстраиваются, но с удовольствием смотрят онлайн-трансляции дискотеки. Здесь получаем мы такой заряд позитива. Вот приходим отсюда домой, мы уже заряженные позитивной энергетикой. Конечно, это распространяется и на близких. Вот, дарим свое тепло, свою радость, свои песни, свое творчество. Здесь делимся, здесь общаемся. У нас очень много здесь друзей. Практически все друзья, да. Дни рождения отмечаем, все значимые события в нашем коллективе. Очень дружим с всеми. Мы приходим, радуемся и живем. Мы находим вдохновение в этом. И Татьяна Анисимова не пропускает ни одного танцевального вечера в молодежном. На элегантную дискотеку приходит зарядиться энергией. За 6 лет Татьяна заметила, что такие встречи – это не только возможность хорошо провести свой досуг, но и найти любовь. Все с удовольствием ходят. Именно свой досуг проводят весело. Потому что здесь всегда позитив. Все приходят нарядные, женщины, мужчины, знакомятся. У нас очень много пар организовалось уже в пределах 5-6 лет последних. Мы знаем очень много пар, которые живут уже. Каждую субботу в молодежной приходят около 100 мужчин и женщин. Почти все из них – постоянные гости. Говорят, что танцевальные встречи помогают им скрашивать повседневность, заряжают позитивом, позволяют поддерживать активный образ жизни. Это полезный досуг для людей, которые находятся уже на пенсии, которые эти встречи для них являются хорошей возможностью встретиться друг с другом, поделиться эмоциями, провести хорошо время в приятной компании, повеселиться и культурно провести день. Элегантные дискотеки организованы по всей Белгородской области. В теплое время года танцевальные программы проходят под открытым небом на площадках у культурных центров. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Станислав Фасютин, 9 канал.